А теперь по скрипту нашей уборки урожая. То, что груши, это понятно, груши. Надо срочно есть. Ну, начнем с убранных яблок. Вот эти две выворки, скажем так, вот эти вот, это с поздней яблони, которая возле душевой. Да? Неплохо? Сам знаешь, что неплохо. Там дальше, в углу, в черном ящике, это белорусская сладкая. Она тоже поздняя. Вот оно. Здесь у нас помидоры, перчики. Это все еще есть. Чуть выше кабачки с баклажанами. И яблоки, те, которые птички клевали или которые непрезентабельный вид. Ну, они первые на сок пойдут. Дальше две полочки лука. 10 ящичков. Выше два ящичка чеснока и фиолетовый лук ящик. Ну, а выше, ну, выше там запасные ящики. Так что как-то вот так. Сегодня мы приехали пораньше, в воскресенье, потому что погода была неважная. Поэтому вот как-то вот так. Такой урожай. Ну, всем пока.